Приветствую всех на канале Берег. Мы снова в Голландии, приехали на озеро. 2 недели назад нас здесь ловили, безрезультатно. Сейчас вот разобрались. Посмотрим, рыба вроде прыгает. Товарищи, в прошлые выходные были, поймали здесь леща. Штук по 5, по 6 они поймали. Не знаю, посмотрим. Будем закармливаться. Сделаю я сегодня стартовый закорм с 10 кормушек. И буду перезабрасывать минуты через 4, а то и через 5. Так, сделал стартовый закорм с 12 кормушек. Одеваю поводок. Крючок у меня будет гамакация 14 номера. Поставлю леска 0.12, Штрофт фирма. Одеваю я петля в петлю. Саша вон хорошую плотву поймал. Ну-ка покажи, Саш, что там. Да, ничего. Первая пошла. Хорошенькая плотва. Бочинов. Дай бог таких. Десяточек не хватит. И лишних нельзя брать. Так, ну все. Ты скоро парыша одевал, Саша? 3 одевал, Сереж. 1 чулком, 2 там. Начну тоже с 3 опарышей. Ну ладно, начинаю рыбалку. На воду, да? Ну, да и вода еще холодная. Смотрел вроде по интернету, как и солнце. Подрезаю я опарышей в кормушку. Немного, помаленечку. Возьмем мне ножницы. Она в одном месте перепадет, чуть-чуть, я в основном сделал. Вот так это получается. Бог мадам. Да хорошая, я отсюда вижу. Да охеренная, да. Вообще обалдеть. Новую удочку. Сколько мадам находила? 4. Ну-ка. Хорошенько. Ну-ка сюда вот. Под... Как я? Да, 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 да. Смотри, хорошая. Грамм, наверное, сколько? 600, да, такая? Хорошенькая плотвичка. А первая рыба в этом году. Ну молодец, молодец. Вот первая подтяжка, вот поклевочка. Что-то там
играет с моим опарышем. Вот что-то есть. Сейчас постараюсь показать, что там такое. А? Вроде бы плотва. Да, плотва не очень крупная. Сейчас посмотрим. И у Сани там что-то есть. Да, неплохая плотвичка. Ох, как она. Как она. Вот такая плотва. Ничего, грамм такая. 400 точно есть, наверное. Сейчас посмотрю поближе. Пойдем посмотрим, что там. Это, слышь? Так. А, подожди. Обойду я тогда. Пойдем посмотрим. Куда идти смотреть, если лещара? Вот там тут вон клюет. Только закинул лещара. Вон, смотри. Только-только закинул, а? И лещара сидит. Что там, здоровый такой, что ли? А он в дерево ушел. А, ну надо было это. Сейчас и потерять можно. Хороший, помоги, а. Ни хера, килограмма на три. До дома. А, вот это здоровый. Вот сосед поймал такого леща. Да, килограмма 2,5 точно, наверное, да? Молодец. А на что взял? На магану. На опарыша? Сколько опарыша был? Три. Одевал 4, сейчас 3 стал одевать. Ну, молодец. Давай в таком же духе. У меня тоже была поклевка, я только закинул, она, видать, только упала. И сразу же я еще не натянул, потянул шнур. Сверху. Сверху, да. Он нюхает. Сейчас попробую поставить по длине поводок, может она маленько повыше стоит. Повыше. Да-да. Я по длине был, а оторвался крючок, и сейчас короче. Я в том углу сидел, а здесь полный, я там был. Его кормили. То есть закормлено получается. Да если это. Воскресенье, они уже пожались за нами. Мы все много его тут сделали. Крупная зайдет она момент. Прошло полчаса ловли, поймали только по одной плотве. И все. Тишина. В чем дело, не знаю. Будем пробовать сейчас что-то делать, поводки удлинять.
может быть, укорачивать, искать. Делаю метровый поводок. Маленько по длине, был 50 сантиметров, сейчас делаю метровый. Саня, поклевка была? За два дня 300 штук. Но мимо. Ну, он, знаешь, это, фото выставил. Леску ставлю от фирмы Штрофт, 0,10. Крючок поставил 0,10. Одел метровый. Метровый? Да-да. Метровый поводочек поставил. Рыбачу я сегодня на фидер 3,60 с тестом до 100 грамм. Вершинка 1 унция. Катушка Шимана. 4000-ная. Дистанция ловли у меня сегодня 54 оборота, это получается 43 метра, так как катушка выматывает 80 сантиметров за один оборот. С почином серик. Да, да, я вижу, хорошая. Ага. Хорошенькая. Серега очередную тащит. Че там серый повез? Ну, хорошенькая. Ага. О, так чего не я. Вот это уже хорошенькая серый. Ну-ка. Засвети. Серега. Обнять не можешь?
понять не могу. Вот такая. Ну, хорошенький. Ну, с десяточек и хватит. Да. С почином только тебе. Забросил, Саша. Только забросил где-то через полминутки. Нормально. Сейчас, Саша, подожди. Я выкинул. Ты чё, блядь? Что там, Саш? Плотва. А? Вроде плотва. Плотва? Что-то сопротивляет лещ. Лещ? Хорошо. О, здесь на свободе берег, а там главное... Ты промежутки по сколько делаешь минут? Ой, много было. Много? Да. Нет, плотва. Плотва. Нет, подлещик. Плотва. Нет, плотвичка, да. Плотвичка. Ну, хоть что-то, Саша? Ну да, дай бог. Мне и плотва такая сойдет. Да-да. Хорошо. Да, неплохая плотва-то. Ну-ка. Сейчас я съем. О, хорошая, хорошая, Саша. Хорошенькая, да. Таких... Чуток и хватит, да? Да-да. Да ну нахер. Серый. Ну-ка показывай, где он. Что-то неплохое. Легко пошел, смотри-ка. Да он вперед поплылся. Сейчас к берегу подойдет. Сейчас к берегу подойдет, начнет держать. Хороший, вон смотри, идет. Не увидел. Под дерево что ли? О, хороший, хороший. Хороший. Ну, серый. Молодец. Долго ты ждал? Эй! Хватить не можешь. Хватить не могу. Ну-ка, светани мне его. Вот так. Вот. У-у-у. Хорош. Хороший. Давай. Подойди сюда. Да я вон отсюда видно. Вот так туда, чтобы не было. Пошел. Не, ничем не мазал, Саша. Одел покороче поводок, 30 сантиметров. Короче? Да, 30 сантиметров сделал и сразу, буквально минутки через две, лещара.
А то просто стоял вот метровый, я делал метровый. Сперва 50 был, потом метровый делал. Просто, понимаешь, что-то такое, как тык, вот так, он, видать, возьмет и тут же успевал выплюнуть. А тут, да, он сразу раз взял и... То, что после поклевки, когда вытаскивал, опарыш вообще не обсосан, ничего. Он в рот берет и выплевывает. Да. Вот такая вот у меня прикормка. Там маленько совсем осталось. Я добавил туда крупных сухариков. Вот Саня что-то говорит крупное. За кусты, да, Саш, уходит или? Да, вот, вот, видно уже. Что-то там. Да нет, это плотва, Саш, по-моему. Нет, подлещик, да. Ну, ничего. На леща посмотрим. Давай, давно не видел его. Ну, не очень. Грамм 600, да, Саш? Нормально. Все, мне таких штук пяток. Я бы домой поехал бы уже. Ну-ка, засвети ко мне его. Серый, подожди, он это, руки заламывает. Саня, ты че его там? Руки заламывает. Ну-ка. Где он? Ну да. Уже что-то. Ладно. Уже что-то есть. Нормально. Пару раз дернула я. Вот он сидит. Ах ты, зараза, а. Давай вытаскивай. Я коломан. Так, закончили мы на сегодняшний день свою рыбалку. Рыбы, рыбы поймали не очень много. Да, надо ехать, дома дела. Сейчас посмотрим, что Саня поймал там. Ну ничего, как ты говоришь, 4 ничего штучки. Нету, ну-ка. 4 штучки. Ну да, есть там что-то, есть. Ну, не сяра. Да. Для весны это хороший улов, Саша. Ну, мало сидели. Давай, включи. Ну вот, серый достает, что там, уловчик. Да, там ничего, видишь даже. Трепещется. Да? Да. Ну, что-то есть. О, ничего. Две штучки. Или три. Три, да. О. Ну там лещара, ну-ка. Давай-ка взвешаем. Лещара там, смотри. Сейчас, подожди, я сачок принесу. Смотри, не вода. Не вода. Ну-ка давай, что ж, сколько тут? Так. 1,5 килограмма. Кило 460. Вот такое. Ну, нормально. Пойдем. Нет, да, чешуя вон. Давай. 920 грамм. Ага. Стой. Хорошая. Килограмм считает. Почти килограмм, да. Да.
Ладно, до новых встреч на водоемах. Всем пока.